Ведьба. Рука об руку с самого детства. В чем заключается источник жизненной силы, неисчерпаемой энергии, внутреннего спокойствия и уверенности? В земле, которая делится своими запасами через урожай. В семье, которая всегда поддержит и придаст бодрости. В друзьях детства, которым мы доверяем как самим себе. Поколение за поколением растет вместе с продукцией фабрики «Витьба». И только одна вещь остается неизменной – доверие. Здесь, в вафельном цеху, тесто становится хрустящим шоколадным полотном, наполненным освежающим фруктовым, насыщенным ореховым и летающим молочным вкусом. Каждому из них найдется свое время и место. Вафельные батончики «Витьба» – это удобный перекус в дороге или на переменке в школе. Отличный повод отвлечься от работы и встретиться с друзьями. В сухих завтраках «Витьба» благодаря экструзионной технологии сохранено максимальное количество полезных веществ, которые важны для энергичного начала дня и заряда сил до самого вечера. Сухие завтраки «Витьба» – это незаменимая часть рациона для тех, кто следит за своим здоровьем, ведет активный образ жизни, ставит перед собой амбициозные цели и добивается их. Кондитерский цех – место, где создаются трубочки с нежнейшими начинками и глазированные батончики, вкус которых по-настоящему знаком с детства каждому. Его нельзя ни с чем спутать. Семейное чаепитие, встреча с коллегами, трубочки фабрики «Витьба» создадут нужную атмосферу для любого формата общения. Продукция бисквитного цеха в Оршанском районе – воздушные рулеты и пирожные. Настоящее искушение вкусом. Это заслуга оригинальных рецептур, внедрению в производство инновационного оборудования и методологии. Рулеты и пирожные фабрики «Витьба» создадут праздничное настроение в будний день и станут украшением любого торжества. Доверить свое будущее мы можем только проверенным и близким друзьям, таким как «Витьба». «Витьба». Наполняем жизнь вкусом.